Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info, это телефон Xiaomi Redmi Note 4, и сейчас я вам покажу, как в это устройство можно вставить карту памяти и сим-карту. Что мы для этого делаем? Заблокируем наше устройство и повернем его вот таким образом. Здесь, с этой стороны, вы можете увидеть, что у нас есть разъем для карты памяти и сим-карты. Чтобы его открыть, нам нужно в отверстие в этом же месте просунуть булавочку. Вот у нас такая есть булавка. Мы аккуратно ее просовываем. Вот, открылась у нас слот. Открылся. Мы его аккуратно достаем отсюда. И сейчас вставим сюда нашу сим-карту. Вот таким вот образом. Извиняюсь, вот таким вот образом. А после и карту памяти. Вместо карты памяти также можно поместить туда вторую сим-карту, если вы хотите. Делается это вот так вот. Вот, они должны более-менее закрепиться, чтобы вы поняли, что сделали все правильно. Вот так это должно выглядеть. Вот. Теперь вставляем все обратно. Наш телефон. Также аккуратно, чтобы ничего не выпало. Вот вставили, и теперь попробуем разблокировать наш телефон. Сразу же видим, обнаружилась сим-карта, нужно ввести пин-код. Вводим. Вводим пароль. И теперь заходим в настройки, чтобы проверить, появилась ли сим-карта. Вот, как видите, сим-карта у нас появилась. Заходим в проводник, и как мы видим, появилась не только память телефона, но и память SD-карты. Ну, а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.